Повышенный интерес россиян к внутреннему туризму ставит перед представителями индустрии новую планку. Отдых должен быть увлекательным, познавательным, иметь достойный уровень обслуживания и оставлять приятное послевкусие. Обсудить точки роста для развития туристического бизнеса, поделиться опытом и завести новые полезные контакты. С такими целями в Самаре собрались представители бизнес-индустрии на специализированном форуме «Турпритяжение». Нина Туринцева, директор экопарка в Самарской области, в этом году впервые участвует в форуме. По ее словам, общение с коллегами становится хорошим подспорьем в развитии индустрии. Здесь можно поделиться своим опытом и познакомиться с опытом других. Несмотря даже на то, что я оцениваю как прошедший год, как не очень хороший по погодным условиям, мы растем. И ключевым моментом, конечно, в развитии любого комплекса является инфраструктура, которая сейчас гость наш, турист наш, он требовательный. Ему хочется условий, ему хочется инфраструктуры, удобства, чтобы было вкусно, красиво, чтобы сервис был. И в этом направлении предстоит, я думаю, всем объектам расти постоянно, не останавливаясь. Форум проводится в Самаре в 8-й раз. Он организован Департаментом экономического развития, инвестиций и торговли городской администрации. Данная площадка является, безусловно, эффективной в плане взаимодействия между туристическими организациями Самары и Самарской области, других регионов, между представителями органов власти и непосредственно бизнеса. За 30 лет областная столица прошла большой путь в становлении туристической отрасли. Из закрытого города Самара превратилась в центр притяжения для туристов. Прогулочные зоны, музеи, отели, рестораны. За 9 месяцев этого года Самару посетили 1,5 миллиона туристов. Ежегодно количество путешественников растет. Туризм – это живой организм. Мы должны, прежде всего, для туристов открывать каждый раз что-то новое. Самара, конечно же, в приоритете, как у депутата, как у жителя города, который город свой любит, поэтому у нас есть что показать, есть где встретить нам гостей, поэтому от этого форума прежде всего ждем именно новых туристов, которые приедут у нас в следующем 2024 году, ну и последующие года. Самые удачные практики и решения найдут свое отражение в муниципальной программе развития туристической отрасли и в перспективе станут точками роста для бизнеса туриндустрии. Светлана Кудрявцева, Галина Топилина, Константин Головин. События.